А, это убираем. А где барила? Телефон. 50 грамм. 50 грамм грибов. 200. 200 грамм пасты. Шикарная сковорода. Оливковое масло. Пару ложек томатной итальянской пасты. Немного зелени, сухой чеснок. Пока откладываем. Ставим нашу воду. Паста должна готовиться при большом объеме воды и интенсивно кипящая. Вода закипела, мы отправляем 200 грамм пасты в кастрюлю. Немного добавим масла к воде. И начинаем перемешивать. Буквально 5 минут. И паста будет готова. Прошло буквально 3-4 минуты. Мы доведем пасту в нашей сковороде. Ставим сковороду. Подготовленные пасты на плиту, добавляем нашу пасту, немного добавим воды, так, добавим еще ложку пасты, немного чеснока, сыра пармезан. Брызнем еще оливковое масло и отправляем нашу пасту на тарелку. И еще немного пармезана. С приветом из Италии! Бон аппетит!